Hello, dear listeners. Привет, дорогие слушатели. You are listening to the podcast Russian Verbs, where once a week I offer you a new Russian verb with all the forms and variations of the usage of these forms in the sentences. If you have just started learning Russian, you can repeat the forms and sentences after me. Or, if you already speak Russian well, you can translate sentences and write your variations of usage of each verb. And today we will have two verbs. That will be the pair of the verbs, imperfective and perfective aspects. These verbs are играть, imperfective aspect, and сыграть, perfective aspect. Нужно играть по правилам. Это жизнь. В ней невозможно сыграть плохо. Present tense, the imperfective verb играть. Я играю, ты играешь, он играет, она играет, мы играем, вы играете, они играют. Я все еще играю в театре. Ты хорошо играешь на барабанах. Эту роль играет замечательный молодой актер. Кошка играет на полу. Он сказал, что мы играем с огнем. Вы играете в шахматы? Они хорошо играют на гитаре. Past tense, the imperfective verb играть. Он играл, она играла, они играли. Он часто играл в карты на деньги. Какая команда играла вчера лучше? Дети играли в саду. Past tense and the perfective verb сыграть. Он сыграл, она сыграла, они сыграли. Я мечтал об этой роли и сыграл ее в прошлом году. Мама в его воспитании сыграла огромную роль. Они сыграли уже три партии подряд. Future tense and the verb играть. Я буду играть. Ты будешь играть. Он будет играть. Она будет играть. Мы будем играть. Вы будете играть. Они будут играть. Сегодня я буду играть один. Ты будешь играть в хоккей? Он будет играть после вас. Сборная страны будет играть завтра. Если мы будем играть, нас ждет успех. Вы будете играть на рояле? Молодые люди будут играть важную роль в жизни страны. Future tense and the verb сыграть. Я сыграю, ты сыграешь, он сыграет, она сыграет, мы сыграем, вы сыграете, они сыграют. Хочешь, я сыграю на скрипке? Сыграешь со мной в футбол? Эту роль никто не сыграет. Эта ситуация сыграет нам на руку. Давай сыграем на удачу. Вы уверены, что сыграете в матче? 10 минут роли не сыграют. Imperative forms. Verb играть. Играй,
играйте. Не играй с огнем, будь аккуратен. Не шумите, играйте тихо. Imperative, the verb сыграть. Сыграй, сыграйте. Сыграй для меня что-нибудь мелодичное. Сыграйте свою лучшую роль сегодня. That were all forms for the verbs играть and сыграть. I repeat that each week you can listen the podcast Russian verbs, and each week I will tell you the forms and usage of these forms in Russian language. Each week it will be one or two, the pair of the verbs. Listen the podcast next week and tell other people about Russian verbs podcast on social media. Пока-пока!